В Черкассах буквально час назад начались беспорядки на центральном стадионе. Во время матча между футбольными командами «Черкасский Днепро» и «Суммы» более сотни местных фанатов вышли на поле и начали забрасывать петарды и дымовые шашки. Матч был остановлен, вместо футболистов в поле заняла полиция, но даже после этого фаны не угомонились. Правоохранителям пришлось применять силу. Есть ли задержанные, какое количество пострадавших после этой потасовки, пока неизвестно.